Приветствую вас и мужчины ценят в женщинах, как это ни странно, независимость, загадочность, женственность, то есть мягкость, опекаемость, умение дарить тепло, ласку, заботу. Мужчины ценят в женщинах понимание, когда женщина понимает мужчину, понимает его вспышки, его ошибки. Когда она понимает мужские страхи, но при этом не говорит ему об этом. Когда она умеет утешить, когда она чувствует, что иногда не нужно задавать вопросов, а просто принять ситуацию, принять мужчину таким, какой он есть в данный момент. Мужчины ценят женщину заботу о нем, о себе, о том, что их окружает. Мужчины, как это ни странно, ценят женщину в том случае, если она ценит себя. То есть, если женщина несет себя достоинством, если она уважает себя, если она ценит себя, любит, то и мужчина тоже будет это делать. Это что касается общих черт. А так все индивидуально, и каждая женщина ценит в мужчине что-то свое. Что-то, что ей кажется наиболее важным, наиболее определяющим и так далее. Определяется это в основном тем, как человек воспитан, какие ценности ему прививают. Вот исходя из этого, и определяется то, что значит мужчина ценит женщину. Что касается того, что нельзя делать, то в первую очередь нельзя показывать, что женщина мужчине принадлежит. Потому что это означает, что для мужчины означает, что он женщину завоевал. Это означает, что мужчина женщины добился. И по сути дела, в этом случае мужчине ничего не нужно делать дальше. Мужчина по своей природе завоеватель. И ему интересно, нужно, необходимо завоевывать. Если женщина показывает мужчине, что она все принадлежит ему, то мужчина рано или поздно может потерять к ней интерес. Нельзя также посягать на мужское самолюбие, на то, что является сущностью мужчины, на мужское начало. Нельзя оскорблять это. Мужчине очень тяжело переживают, когда задевается их гордость, самолюбие, самооценка. Конечно, мужчина забудет, но то отношение, которое он выработает впоследствии такого обращения с тобой, не будет являться хорошим. Также мужчина негативно относится к тому, когда женщина не поддерживает его в трудную минуту. Он понимает, что она хочет с ним только веселиться, быть только счастливой, но при этом не желает переживать с ним трудные моменты его жизни. Это также не идет на пользу отношениям. Ну и наконец, мужчина не любит, когда его поступки, его усилия не оцениваются. Мужчина, конечно, делает для женщины все бескорыстно, если любит ее. Но то, что он делает, за это хотелось бы получать похвалу, поощрение, благодарность, какую-то реакцию. Вообще, для мужчины очень важна ответная реакция. Если этой реакции нет, мужчина, соответственно, не понимает,
правильно он поступил или нет. А женщина часто, не всегда, но часто считает, что мужчина должен предугадывать ее желание каким-то шестым чувством, определять, что она хочет, и выполнять это. К сожалению, это не так. И от отсутствия реакции мужчина теряется, перестает понимать, куда ему стремиться, куда ему идти, что делать. И в результате возникает неуверенность в себе. Поскольку мужчина не любит быть неуверенным в себе, то к такой женщине он теряет интерес. Это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи.